проверишь, все выпишешь, как надо. И, да. Уже не первый раз сотрудники специализированной организации приходят в жилые дома по улице Верхняя в селе Юдино. Не реже одного раза в год они обязаны проводить проверку газопровода на герметичность и исправность оборудования. Однако во многие квартиры попасть так и не удалось. Мы у жильцов просим телефоны для смс-оповещения, вот, общая рассылка. Потом на информационные доски клеится объявление заблаговременно. И производится обход, то есть составляются графики в определенный день, в определенное время, то есть жильцы оповещаются. Отсутствие времени, доверия или просто желание уделить немного внимания сотрудникам газовой службы ставит под угрозу безопасность всех жильцов дома. Поэтому управляющая компания вправе обратиться с исковым заявлением в суд по обеспечению доступа в жилое помещение. В случае отказа очередного предоставления доступа в жилые помещения с целью проведения обследования специализированной организации в соответствии с требованиями 410 постановления правительства будут проведены мероприятия по принудительному ограничению предоставления данной коммунальной услуги. За уклонение от предоставления доступа в жилое помещение назначается административный штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а также штраф от 10 до 30 тысяч, если недопуск явился причиной угрозы жизни и здоровья. Поэтому следить за графиком проверок и обеспечивать своевременный доступ сотрудникам газовых служб к оборудованию гораздо дешевле, а главное – безопасней. Полина Бахова, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».